Ну что, мы, в общем, пришли второй раз на площадку. Сейчас будем тренироваться, и надеюсь, в этот раз у нас будет больше сил, потому что мы настроены серьезно сегодня. Да, база будет очень жесткая. Также у нас будут сначала элементы, все, которые вот, горизонт, вис, стойки, флаг. Вот, подходы остаются те же в подтягиваниях и в отжиманиях на брусьях, а в стойке мы будем делать 10 по 10. Вот это будет жестко. Попробую передний вис сделать, сейчас первый подход у меня. Немного разогрелись, ну, размялись еще. Вчера с тренировки немного трудно идет еще. Как тебе вис сегодня? Я не знаю. Ну, кстати, было проще делать. Я, в общем, смотрел видео на ютубе у Морозова. Сейчас попробую повторить упражнение, которое он показал. Я такого еще не видел. Говорит, что на передний вис хорошо влияет. Ну и на спину сам. Первый раз пробую. Но легкое вроде бы. Нужны брусья, наверное, по длине, чтобы это не мешалось. Но, в принципе, да, блин, крылья реально чувствуются сильно. Хорошее упражнение. Наверное, мы в тренировку тоже включим сейчас. Так, Рома пробует теперь тоже. Немного на кривых брусьях. Только одной ногой держишься. Даже сложнее. Да. Очень чувствуется. Пучок задний очень чувствуется. Я думаю, этим упражнением мы можем прокачивать верхнюю фазу в переднем висе, которая для подтягивания нужна. Угу. Второй подход в стойке, первый не снимали. Я уверен, у меня качество будет не очень сейчас, потому что на брусьях я не могу глубоко нормально сейчас отжиматься. Подходов по 8 раз будем делать. Жестко, да? Это жестко. Ты огромный, братан. Ты очень огромный просто. Отжимания у нас щадящие, мы не делаем прям глубокие какие-то сильно. Но плечи забиваем хорошенько. Как тебе? Нормально идет, но у нас еще 8 подходов впереди, так что посмотрим, как будет. Что? Что-то мы погорячились. Мы погорячились про 10 подходов. Да. Не, ну мы их по-любому сделаем, 100%. Конечно, под испанские мотивы давай, наваливай. Смотри, как качественно пошло у него, а? Сколько? 7. Снимай. Сейчас Жека будет стараться 3 раза отжаться хотя бы. Да ты сделаешь уже снимается. Больше. Уже идет ли? Угу. Ну слушай, доделал. Доделал? Вот так, да? Да, давай так. 20 раз.
Я не буду весь подход снимать, но вот так двадцатку мы будем сейчас делать каждый. Мы уже просто в дерьмо забили, эта стойка просто все силы с нас вытянула. 20 раз, 20 подтягиваний. Мы сделали подтягивания, сделали брусья. Снимать не стали, мы делали одновременно вдвоем их. Убились в хлам. У нас тренировки вообще просто безумно дикие. Каждая тренировка наша, не знаю, как у среднего спортсмена, наверное, он в неделю меньше делает. И сейчас, ладно, я последний подход сделаю. Отжимания от трубы внизу на грудь. Так, и братан, на этом... знаешь что? Я устал настолько сильно, то что мое дыхание просто перебивает тебя. Да. Нам надо петличку использовать будет в следующий раз. Фух. Так, отжимания. Увидимся в скором времени. Будут видосы более качественные. С монтажом там, с катанием на велике, челленджами всякими, сетами. Ладно, я отжимаю. Не знаю, сколько сделаю. Ну, немного. Это прощание со всеми? Да. Что сказать? Тренировка сегодня прошла максимально насыщенно. Мы сделали вообще вот упражнения на все группы мышц. Ладно, кроме ног. Хотя нет, обманул. Мы на велике покатались. А так на все. Спина, плечи, руки, трицепс, бицепс, пресс, крылья, грудь. Вообще все. Увидимся. Наверное, уже очень завтра. Скоро. Завтра, да. Завтра тренировка. Тренировка каждый день просто. Мы ни дня не пропускаем.